Екатерина Ковалева об экологической обстановке в стране и мире знает чуть больше сверстников. Она давно изучает этот вопрос, участвует в олимпиадах по экологии, помогает природе не словом, а делом. Мы и моя семья сортируем мусор по, получается, стекло, пластик, бумага и те отходы, которые остались после пищи, и выкидываем их в специально отведенное для этого место. Отдельно Ковалевы собирают и батарейки. При разложении источники питания выделяют токсичные вещества. Однако выброшенные компьютеры, телефоны и телевизоры вредят природе не меньше. Сломанная бытовая и офисная техника относится к четвертому классу опасности, а отправлять ее на полигон запрещено законом. Об этом и многом другом лицеистам рассказали в формате интеллектуальной игры. По распоряжению правительства Республики Мордовия о просветительской работе мы реализуем различные программы, дополнительные, общеразвивающие для детей в рамках экологического воспитания. Со дня открытия лицея мы реализуем программу «Экология» для ребят, которые интересуются сбережением нашей природы и окружающей среды. Экологический урок прошел в рамках программы «Школа утилизации электроника». Она помогает сократить количество выброшенной бытовой и офисной техники. Школа утилизации электроника – новая программа, реализуемая на федеральном уровне в 16 регионах Российской Федерации, которая позволяет бесплатно утилизировать для бюджетных учреждений разных сфер образования, здравоохранения, ну, вообще всех органов государственной власти, муниципальной власти на всех уровнях. Бесплатно списывать мы помогаем, бесплатно утилизировать отходы старой техники. На экологическом комбинате всю сданную технику от старых наушников до промышленных станков разбирают, а полезные фракции используют вторично. Также в рамках программы проводят чемпионат по распайке плат. Педагогам предоставляют материалы для экологических уроков, а самых активных участников награждают призами. Ольга Данилова, Владимир Надькин, «Народные новости».